кажется, вы не понимаете, Сергей Федорович. Тишина! Тишина! Черный большой, давайте найдите. Черный большой. Светлый. Что надо заглядывать в врага революции? Наши патриотические комитеты. Мне лица нужны. Где я возьму такую лицу? Давно не видно. На всякий случай покажите еще раз наши опознавательные. Есть. Я у командира дивизиона. Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич. Чаю не желаете? Не откажусь. Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь. Софья Федоровна подарила еще до свадьбы. Понимаю. А мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память. Взгляните. Красиво. Да. Красиво. Да. Разрешите? Слушаю. Александр Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. У него же калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Сколько времени на ремонт? Полчаса не меньше.
15 минут. Есть! Александр Васильевич, да. Через 15 минут нас в решету приводят. Да, мы прекрасная мишень. Наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы. Разрешите? Слушаю. Метри от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. Спасение нашего. Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Себо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда реку врази наши, Бог оставил.
Но да увидят все языцы, яко ты Бог наш, и мы люди твои, поддержавы твоей всегда храни, ныне и присно и во веки веков. Вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Пошли, домой идем, господа. Несите шампанское капитану. Есть. Подгурский, возвращайтесь к нам. Свой фант вы уже отработали. Нет, я обещал достоять до конца. Подгурский, я уже заказал Николай, для вас шампанское. Нет, не надо. Давайте, я прошу. Нет, господа! Господа, был потоплен боевым товарищем. А что сделать вот этому фанту? Новый мундир. Решайте, Владимир. Выпить рюмку коньяку за победу. Это он сделает с удовольствием. Это точно. Надо что-то посложнее. Пускай тогда кого-нибудь поцелует. Тогда поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. Так, да, только страстно и с чувством. Да. А фанту ваш, Александр Васильевич. Ситуация, Александр господа, Васильевич, это не смешно. Первым войдет вестовой матрос, которого я, между прочим, отправил вам за шампанским. Да, где как раз в духе военного времени. Контр-адмирал Колчак. Евгений, а что, это уже можно? По-братски целует простого матроса. Пока он не вошел, я предлагаю продолжить. Да. Итак, что сделать этому господа. Фанту? Владимир, мы ждем. Внимание! А вот и матрос. А где он, Александр Васильевич? Он здесь. Вот вы-то мне и нужны. Александр Васильевич, меня срочно вызывает штаб, боюсь не обернуться. Вы не проводите мою жену? Так, знаете, по-соседски, но если не успею. Это Анна Васильевна, моя жена. Прошу, да что же? В чем дело, господа? Дело в том, что Александру Васильевичу только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. То есть вашу жену? Жаль, не мой. Да-да, ступай на свое дежурство, ступай. Александр Васильевич, просим. Александр Васильевич, контр-адмирал Васильевич. Фант, Александр Васильевич, просим, просим. Потому что правила игры. Ну, ладушка, ну, фант. Сергей Николаевич от фанта не отказывается. Александр Васильевич, Александр Васильевич, просим, просим, просим. Замужняя дама. Извольте подчиняться. Просим, Александр Васильевич. Фант, это серьезнее карты, что у нас все про карты-то. Давайте. Анна. Дамы, господа. Внимание! Красавица!
Ой. Я сегодня, когда подходил к Хельсинфорсу, почему-то подумал, что обязательно вас встречу. Правда? Правда. Сонечка, ты помнишь наш внезапный отъезд из Москвы? Твой отец имел несчастье влюбиться. К чему это ты? Слишком уж хороша твоя соседка. Саша, у меня влюбчиво, но это всегда ненадолго. Каждый раз переживать. Собираемся, собираемся. Пора ужинать. Да, я хотела спросить. Завтра будет бал у Подгорских. Вы придете? Как раньше цари невест выбирали? Понятия не имею. А вот так. Невесты узелки распутывают, а царь в щелку смотрит. Если какая дергает, сердится, то все. Пошла вон, ленивая. Потому что царской жених путь терпения и выдержки требуется. Я помню все. Так и меня бабушка. Спасибо, бабушка. Готовила в невесты. Да, любопытно, любопытно. Но, простите, почему же бабушка называла вас Шелковской казачкой? Так я и есть Шелковская. Наши казаки на турчанках женились. У меня в роду тоже турки имеются. Mm-hmm. Да. Ну что ж, тогда за турок. С удовольствием. Теперь папа адмирал, да? Контр-адмирал. Лучше бы он оставался капитаном. Капитан мне больше нравится. А контр-адмирал и не выговоришь. Лучше бы всего тебе было спать. Насыпай, мой хороший. Больше с папой купаться не пойдешь. И что оказалось? И оказалось, что они турчанки. С их гаремным воспитанием просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст, путник. Клевета! Ничего. Клевета и наговоры. Я бы, во всяком случае, никогда вам не отказал. А Есенина Васильевна, вы бы выбились из сил. Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас
единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Во фронт! Что ж, дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же, идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Спокойной ночи. Что-то случилось. Саш. Да? У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился? Если для тебя это серьезно, скажи, но ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со Славушкой и мамой уедем в Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо, я обещаю. Славушка. Температуры почти нет. Угу. Тебя ждать к обеду? Нет, я в собрание поеду. Александр Васильевич, здравствуйте. Звоним. Я очень хорошо понимаю, что нельзя заставить кого-то любить или ненавидеть против воли. Но мы совершили обряд венчания. И что? Ты поклялась перед Богом. Любить меня, хранить верность. Хранить верность – это как? Не ложиться в постель с другим? Ты отлично понимаешь, если что... ты об этом, я тебя не изменяю. Ребенок. Не понимаю. Что вы крутитесь под ногами? Простите, пожалуйста. Ты... Ну,
Александрович, сообщите в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Ну что, господа, вечером перед компанией... Александр Васильевич, мой рапорт командованию. Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контр-адмирал? Да. Радиограмма с берега. От князя Меликова всем, кто в море. Бросьте якорь. Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма. Прибыл со славы. Колчак. Ступайте. Кабель подключен. Связь установлена. Принято. Александр Васильевич, есть связь с берегом. Правый борт, орудие к бою. Есть правый борт, орудие к бою. Орудие к бою! Приготовились! Веселее, веселее, не вешкать! У аппарата командир крейсера «Слава», контр-адмирал Колчак. Положение критическое! Немцы теснят нас на правом фланге! Сам вашу стрельбу! Квадрат 13! Координаты! 3500, 2200! 3500, 2200! Заряду! Живее! Прицел 18! Целик 43! Блин! Блин! Алло! 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 Не слышу вас! Господин контр-адмирал, немецкая батарея открыла по нам огонь. И что? Мы теперь мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. Есть. Ранены. Николаевич, ну как бы вы, офицер, вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми служили... Оставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага и исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло! Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее 10, выше 5.
Вот. Это письмо азбукой Морзе. Я старалась дома из учебника. Спасибо вам. Но сегодня мы видимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. Что случилось? Мы что-то не так делали? Анна Васильевна. Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему, Александр Васильевич? Потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич, дайте мне письмо. Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Иова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. Богом, адмирал. А вы, Софья Федоровна, когда в Севастополь собираетесь? Господа, ваш чай.
Вечером шла у Михайловского замка, слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет, все уже есть. Исчезло мое и ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу, я жду. Далее. Это заберите награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно круглый, светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Пусть будущее мы видим гадательно, как сказал апостол, сквозь тусклое стекло. Но пребывает с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше высокопревосходительство, получена срочная радиограмма. 2 марта император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Монархия пала. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю. К нашему несчастью, Анна Васильевна, революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. Куда вас ведете? На Кудыкину гору. Значит, спокойно. Шагай, парень, шагай. Господа, да что же мы? Что же мы делаем? Руки обери, матрос! Что владыка, матрос, вы депутаты! Не смей! Это измена Родине! Кронштадцы! Господи! Слушай мою команду! Опомнитесь! Винтовки! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с генералом! Побудьтесь, Бога! Остановитесь! Пошел! Господа, спасайтесь! Это приказ! Послушайте меня, когда... Аннушка. Здравствуй. Хорошо, что ты дома. Собирайся. Что случилось, Сережа? Адмирала Непенина убили. Как убили? Погиб? Я сказал, убили. Вице-адмирала забили прикладом. Господи, пожалуйста. Штыками. Звери. Сережа, я не понимаю. Объясни, кто убил? Звери.
Господи, что же творится такое? Господи, что творится? Сереженька, успокойся. Объясни. Подгузку тоже убили. Николай? Убил меня на руках. Пусти! А, ведь! Вы не имеете права! В чем дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие. В целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин генерал. Мы уезжаем с тобой в Петроград. Как это? Петроград? Зачем мы уезжаем, Сережа? Я договорился. Отпуск. Да мне... подожди. Что ты стоишь? Собирайся. Господин генерал, я требую немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин генерал. Пошли вон. Пошли. Ну-ну. Ладно, мужики, на палубе разберемся. Вахтенному офицеру объявить общее построение на палубе. Подожди, Серега. Как же я поеду? Мне на этот адрес все письма приходят. Я жду письма. Ты можешь хотя бы чемодан помочь мне закрыть? Конечно. Что же это такое? Ладно. Через полчаса. Если мы сейчас не успеем, нам конец. Команде. Команде! Строится! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, штаны наложили, что ли? Команда строится! Смирно! А? Господа офицеры, поднять оружие! Виноват. Вольно. Во избежание кровопролития я приказываю офицерам сдать оружие. Господин адмирал, ваше оружие. Сегодня не было дома, я принял почту. Тебе письма. Мне? Одно из... Спасибо. Севастополя. Странно, что почта еще приходит. Что-то я устал. Через 3 дня буду в Петрограде. Единственное, о чем мечтаю, увидеть вас, услышать ваш голос.
Керенский вызывает. Я не могу не ехать. Но в Питере, говорят, небезопасно. Моряки бунтуют, рабочие. Адмирала Непенина закололи штыками. Можно хотя бы тебя на вокзал провожу? Соня, Ростислав тебя ждет. Иди к нему. Хочет предложить тебе пост военного министра. Посмотрим. Принял бы вовремя, а то он опаздывает. Сегодня Михайловского замка. Сегодня. Видимо, мы с вами по-разному понимаем войну. Вы своим попустительством анархии развалили армию, уничтожили российский флот. Вы не забываетесь, господин адмирал? Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России. Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. За контрреволюционное настроение вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Вызываете меня из России? Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Моя семья осталась в Севастополе. Да-да, я позабочусь о ней. Попрошу союзников эвакуировать ее к вам, за границу. Благодарю. Я уезжаю из России. Почему? Зачем? Мы ведь... Какие у вас усталые глаза. Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Прощайте, Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть.
готово. Помолиться-то хоть дайте. Молись, если хочешь. Идемте, пока он матрос отлег. За наше желание. Даже не избыточное. Но разве от этого они становятся менее желанными? Разоружать Тихоокеанский флот. Сергей Николаевич, значит, теперь во власти Красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Но там ведь тоже советская власть. Там нет советской власти, там Колчак. Разве Александр Васильевич не за границей? Керенский действительно высылал его за границу. После большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне нужно идти. До свидания. Разрешите? Ну, проходи, Александр.
Сережа. Угу. Да. Да, и что? А? Колчак в Омске. И собирает армию. Ну, если это упрек, то ты знаешь, что я согласился сотрудничать с властями. Потому что они позволили уехать подальше. Помню, это убийство бесследовало. В Японии, в Китае. Это все ради тебя, Анечка. Я ни в чем тебя не упрекаю. Надо полагать. Но я люблю Александра Васильевича. Сейчас я должна быть рядом с ним. Ага. Я понимаю, что это жестокие слова. Но я никогда не переставала его любить. Так, ну, да, постой, постой. Сережа. Аня. Дай, я помогу. Спасибо. Ну что ты? Вот оно, время войны революции. Теперь уже все можно. Время здесь не придет. Угу. Засыпал мужем. Проснулся уже, оказывается, не муж. Сережа. Я понимаю, что тебе тяжело. Угу. Но ты должен набраться сил. Ты забудешь меня скоро. Ну, это уж позволь мне самому решать. Преданным государству российскому, как своему отечеству. Обещаю и клянусь служить ему. По долгу верховного правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но памятуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняя себя крестным знаменем и целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. Кого-то ищете? Лейте, голубушка, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела чем-нибудь помочь вам. Угу. Дорогой Александр Васильевич, я поняла, что просто больше не могу ждать. Осторожно, поехали! Помните, как я мечтала оказаться на палубе вашего корабля? Хоть бы одним глазком видеть вас. Незаметно, не мешая. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас.
радоваться вашим победам, когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И сознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами ни писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами, за возрождающуюся Россию. Сейчас необходимо закрепить успех и продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель Уфа. Слушаюсь. Удачи вам, генерал Кабель. И с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жене. Свершилось столько перемен. Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите, я... Бонжур, мсье генерал Жене. Я даже боюсь думать об этом. А больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Барышня. Donc, monsieur Jeannard, la France et l'Angleterre vous ont accordé le poste de commandant en chef suprême. Vous êtes toujours le chef de la Russie. Горячую воду, быстро! Et ni Транжи ne peut tout de même pas diriger l'armée russe. Следующий, давайте быстрее. Так, вот сюда. Si je vous comprends bien, vous me proposez de commander le corps des Tchèques prisonniers pour surveiller une voie ferrée. C'est un objet stratégique important. Dès à présent, vous allez à notre allié. Командор des troupes tchécoslovaques. Merci, Amiron, merci. Félicitations, général Жанар. Недостаточно знать, что вы есть на свете. Что ничего дурного с вами не случится. Иногда видеть вас издали. Знали бы вы, как я борюсь с искушением. Подойти к вам, заговорить. Я люблю вас еще сильнее, чем прежде. Вот уже который день я пишу вам это письмо, которое никогда не отправлю. Ваше высокопревосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль. Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Хорошо, не корова, господа. Благодарю. Вот этого я не ожидал. Хорошо. Благодарю. Примите, оформите как подарок. Офицеры и солдаты русской армии, дамы и господа, взяты Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем занял Уфу. Да, всего сотня верст отделяет нас от армии Деникина. Красные прорвали фронт на три участка. Соединившись с которым мы... Первая и вторая армия разбиты. Двинемся на Москву! Ура! И как сказал апостол Павел, пусть сейчас мы видим будущее как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но пребывают с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да поможет нам Бог. Вы идете на поправку. Бог милости. Слухи ходят, эвакуация будет. Куда мы их погрузим?
Вы бы, Анна Васильевна, поговорили с ним там сверху, ну, о вагонах. Разве красные так близко от того? Вы что, пушки не слышали? Слышим. А вагонов все-таки раненым не хватит. Колчаку-то ведь некогда думать о них, а вы бы ему напомнили про нас. Говорят, того хуже. Вера, это невозможно. Пойдем покурим. И потом, не так уж близко мы были знакомы. Не знаю, но не с ним. Ну потом, кто меня слушать-то будет? У меня и детства не может, а вы все-таки дама. Вас и выслушает, и ручку еще поцелует. Я не знаю. Я не знаю, как вести себя в роли просительницы. Анна Васильевна, голубчик, ну что вам стоит? Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли. От своих же. Пойдемте, пойдемте. Это очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Это красные господа. Перешли Тобол. Да, алло. Это приемная ставка верховного правителя. Потеря Омска – это потеря всего. Защита Омска равнозначна потере армии. Когда позвонить? Я согласен, мы не можем рисковать армией. Господа, ваше высокопревосходительство, решение может быть только одно. Омск удерживать последним напряжением сил. Да, да, правильно. Конечно. Да. Клянусь. Господ ваш, я с вами. Армия Капеля еще сдерживает большевиков, но может быть фронт ради. Да что вы нас пугаете? Сдать Омск, вот катастрофа. Здравствуйте. Прошу прощения, господин. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Неважная новость, господа. Измена. Второй украинский полк перешел на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Еще неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин верховный правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. Куда пришли большевики? Премьер-министр, то есть ваш господин Пепеляев. Хорошо. Виктор Николаевич, потрудитесь узнать, как идет погрузка раненых. Да, конечно. Здесь будет располагаться канцелярия. И последний КП предназначен для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич. Можно вас? Что? По-моему, я только что видел Лисянну Васильевну. Милейший человек! Прошу! Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты полностью, даже этих легких некуда класть. Рвачков не богатый. Открывайте вагоны. Не имею полномочий, мадам. Освободите второй вагон. Так там же купцы и промышленники. Они заплатили им? Вы приказ слышали? Исполняйте. Ну, выбейте. Ранен, грузите. Есть. Один господин должен лежать и выходить, чтобы они вас не помешали. Мне все равно. Делайте, что хотите. Я не понимаю. Не верите, что вы не понимаете. Я не Макс. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку, расставшись с вами. Более я этого повторять не хочу. Вы поедете со мной вместе в одном вагоне. Я не знаю, согласитесь ли вы отныне быть всегда рядом. Утром, вечером, потому что иначе я не могу без вас. Милая моя, обожаемая Анна Васильевна.
кольцо носит. Я давно его сняла, а вы не заметили. Я должен вам сказать. Сегодня я написал письмо Софье Федоровне. Прошу развода. Я не знаю, сколько времени отпустил меня Господь Бог, но я хочу оставаться перед ней до конца честно. Скажите мне, вы станете моей женой? Сволочи решили сначала свои 20 тысяч вагонов с награбленным барахлом прогнать, а потом, может быть, очередь дойдет до нас. Черт знает, что себе позволяет. Лёш. Конвой в ружье. Первое отделение за мной! Стрелять! Стрелять, канал! Занять позицию! Майор, остановка поезда Верховного – это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Приказ генерала Шанана. Генерал Шанан подчиняется приказам адмирала Колчака, Верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Иркутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите. За нами движется армия Капеля. И мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите? Слушаю. Александр Васильевич, телеграмма со станции Коломзино. От Капеля. Разрешите идти? Свободы. Миновал Коломзино. Идет напрямик. Срочно соединитесь с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска. В городе восстание. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Коня. Вам связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте. Стоп! Стоп! Ответьте, стоп! Штаб уже здесь. Владимир,
Росключ, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Да будем в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение.
Bonjour, mon excellent. Général Jeannin n'a plus. Mon général. Écrivez. Je vous salue. Si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas écraser l'insurrection à Irkoutsk, général Jeannin. La situation est complexe. Vous devez assurer l'avance de mes échelons à Irkoutsk. Les Tchèques ont annoncé qu'ils remettent toutes les obligations des alliés qu'ils déclarent neutres et qu'ils rentrent à la maison. Ils sont fatigués et irrités. Amiral, le chemin du retour est déjà bloqué par les rouges de l'armée. Ma garnison est bloquée de la ville, je dois être là-bas. Mais les rouges ne vont pas se risquer à vous toucher. Si vous allez à Irkoutsk dans le convoi de l'armée neutre tchèque, sous la bannière des alliés. Aujourd'hui, le sort de la guerre dépend de la rapidité de mon arrivée à Irkoutsk. Vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. Je vous donne ma parole d'officier. Je vous garantis votre sécurité. Приказ. До Иркутска со мной следуют только офицеры конвоя. Личный состав остается с эшелонами в Нижневодинске. Господин Удинцов, время. Да. Господа офицеры, прошу в вагон. Господин адмирал, на санкциях из вагона прошу не выходить. Возле окон не стоять. Никому никаких сведений о себе не передавать. Это похоже на арест. Нет, господин адмирал. На станциях бунтуют рабочие. Требуют видеть вас. Когда подпилал, мне Сергей Николаевич рассказывал. Прошу. Благодарю. Эх, двинуть бы сейчас к капелю. Ходят слухи, что чехи разоружили наш гарнизон в Иркутске. И на что только адмирал надеется? У капеля за спиной 2000 километров. 40-градусный мороз. Вы знаете, он... удивительно светлый человек. В Иркутске я обязательно его вам представлю. Я с удовольствием с ним познакомлюсь, Александр Васильевич. Мы отклонились от курса на 20 километров. Будем форсировать реку. Прибавь шагу. Шире шаг! Не растягивайся! Шире шаг! Сухие сапоги сюда! Да скорее! Несу. Не надо! Отставить, поручик! Не хватало, чтобы вы заболели! Нет. Пешком пойду согреть. Же... Надо спешить, господа. Спешить. Как... Оденьте сапоги! Это приказ. Исполняйте.
Я только что получил сообщение. Наш гарнизон в Иркутске пал. Капель движется к городу, я должен там его встретить. А вы, Анна Васильевна... А я буду с вами, где бы вы ни были. Не спорьте со мной. Милая моя Анна, в какую же скверную историю вы попали? И за что к вам такая немилость? Я была с вами. И это лучшие дни в моей жизни. Но я жалею об одном. О чем же? Нам с вами так и не удалось потанцевать. Обещаю, что на первом же балу мы будем танцевать с вами друг по другу. Извините. Да. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, офицеры по вашему приказу прибыли. Я давно не танцевал. Господин адмирал сам распустил конвой. Хочешь, я останусь? Нет, не хочу. И что ты мне прикажешь делать? Жить, Миша. Жить оно всегда лучше. Иди. Иди. Найди Соню, Ростислава. Обними их. Скажи... Скажи что-нибудь. Прощай. Так что положение ваше хуже некуда, господин Жанен. Железнодорожники бастуют. Решили тут пути разобрать. Еле отговорил. И еще. Рабочий комитет принял решение взорвать Кругбайкальские тоннели. Товарищ. А куда вы денетесь, господин Жанен, без железной дороги? С вашими чехами. И что вы можете сделать с шеменом фер? Что за компания? Я вас понял. Que voulez-vous de moi? Что вы хотите? Мы требуем передать Колчака политцентру.
Veuillez préparer l'ordre d'extradition de Kolchak au police-centre. D'après le commandant allié, je me suis engagé à le protéger. Non, il y a un danger d'archienat, Yvo. Ну что ж, раз обязаны, значит, охреняете. Vous vous êtes engagé, alors il faut le faire. Только что мне сказать рабочим, которые требуют выдачи Колчака? Et que dois-je dire aux ouvriers qui demandent Kolchak? Не дошло бы до самосуда. J'ai peur qu'on arrive à une justice sommaire. Тогда за вашу безопасность не отвечаю. Et de votre sécurité, je ne réponds plus. Camarade! Да скорее же ты! Давай! Может, обойдется, а, доктор? Не обойдется. У вас обморожение нижней конечности. Началась поднимающаяся гангрена. К сожалению, не обойдется. Господин Колчак. В чем дело? Собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. Каким властям? Иркутскому политсовету. Господин Колчак, соберите вещи. Госпожа Тимирева? Извините. Ничего.
господин адмирал. Александр Васильевич, что же это? Не трогайте меня руками. Господин Пепеляев, не надо нервничать. Суд разберется. Занан же обещал, что... Господин Колчак, минуту. Подождите. Я требую. В чем дело? Анна Васильевна, зачем вы здесь? Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги. Назад. Госпожа Тимирева. Анна. Ордера на ваш арест нет. На каком основании? На том основании, что я жена адмирала. Я прошу вас, не делайте этого. Позвольте мне хоть раз наслушаться вас, Александр Васильевич. Ваше право. Владимир Оскарович, я еще раз настаиваю, чтобы я вы... Я еще раз говорю, в армии не брошу. Бог милостив. Господин адмирал, пройдите в камеру. Господин премьер-министр, прошу. Как там? Плохо. Прибавить шаг! Прибавить шаг!
Стойте, барышня! Не велено вас больше к нему подпускать. Ну, только мигом, Анна Васильевна, вы уж не подведите. Здравствуйте, Анна Васильевна. Войска капели под Иркутском. Скоро нас освободят. Любимый мой, родной, мы выйдем отсюда. Они выдвинули ультиматум. Откуда знаете? Соседняя камера настучала. Что требуют? Освободить вас. Теперь эти будут спешить. Нет, нет. Капель решительно успеет, иначе и быть не может. Что ж ты, Анна Васильевна! Ну, пора. Идите. Идите. Не велено, но я так уже. Господин Колчак. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. У вас есть какие-нибудь просьбы, заявления? Разрешите проститься с женой. Тимирёвой Анной Васильевной. Это невозможно. Что-нибудь еще? Завязать? Нет. А вам? Спасибо, не надо, я так. Желаете что-нибудь сказать? Прошу передать моей жене в Париж, что я благословляю своего сына. Сколько ж у вас жен-то? Ладно, передам. Что, уже? Давай. Прощайте, Лера. Прощайте. Цельсь! Пли!
вещи аккуратно, на эту телегу. Ага. Холодно. Давай, давай, шевелись. Замерзли. Вы трое, следующего тащите. Чего это за прорубь такая? Чумная какая-то. Это Дардань. Ищет крещение. Это точно она. 30 лет лагерей. Жена заклятого врага революции. Сергей, в нашей патриотической картине. Вы просили. Здравствуйте. Это не она? Нет, нет. Черные, большие. Больше. И потом неизвестно, реабилитирована ли она. Ухай. Вам это нужно? Извините, Анна Васильевна. Мы их уже 4 часа чистили. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Где? Приготовились к репетиции! Приготовились к репетиции! Товарищи, товарищи, перерыв окончен! Всех участников съемок прошу пройти в павильон! По местам! Сергей Федорович, там карету привезли. Посмотрите? Да. Хорошо. Ну что? Нету массовского не брать. Ясно. На репетицию, товарищи! Побыстрее! Прошу вас. Заходим в павильон, участники съемок! Быстрее, быстрее, быстрее! Анаграмма! Вальс! Официант, пошел! Прекрасный бал.
я осуждена идти, пока не минет срок и перепутаны пути. Память о тебе.